В ремонте был стелс-навигатор 630, очень старенькая модель, на женской раме. Здесь он, видимо, опять же, видите, у меня седло высоко поднято, не обращайте внимания, потому что на стенд подвешиваю. Уже поменены покрышки, но со слов клиента они еще пока не делали никакого ТО. Передняя покрышка, видимо, родная, задняя покрышка уже новая. И вот велосипеду, наверное, лет 10, ТО на нем не делали, но и ездили немного. На данный момент что произошло? Мы перебрали обе втулки, ничего внутри не меняли, просто перебрали. Трансмиссия, как вы видите, в принципе живая, в достаточно хорошем состоянии. Не нужно менять ни цепь, ни звезды, ничего. Передний переключатель стоял очень высоко, просто на сантиметр выше большой звезды. То есть его неправильно настроили с самого начала. Соответственно, мы настроили передний переключатель, мы настроили задний переключатель и подрегулировали колодки. Потому что колодки уже подстерлись, особенно сзади. Соответственно, нужно было их изменить. Вот смотрите, какой износ колодки. Колодка дугой уже стоит. Соответственно, сейчас она будет притираться вот этой вот выступающей частью какое-то время, пару-тройку торможений, потом будет тормозить уже нормально, адекватно. Такой вот небольшой ремонт, то есть полное техническое обслуживание в районе 1000 рублей. Это с переборкой втулок, с настройкой тормозов, переключателей и колодок.